Привет, друзья! Канал «Мечта путешественника» отдыхает, купается в теплющем Красном море, загорает под жарким, но уже не испепеляющим солнышком. Одним словом, кайфует в Египте на курорте Шарм-эль-Шейх. Хочу показать и рассказать вам, как здесь сейчас, что появилось нового, какая погода, что с морем, что с рыбками, какое отношение к туристам. И вообще разобраться, стоит ли на сегодняшний день ехать отдыхать в Египет. Погода в Шарм-эль-Шейхе на сегодня просто великолепная. Днем 30-32 градуса, вечером 27-28 и даже ночью 24-25. Вечером мы ходим в футболках абсолютно комфортно и даже не возникает мысли одеть кофту или толстовку. Море тоже очень теплое. Мы температуру не мерили, у нас с собой градусника нет, но говорят, что 27 градусов. Когда заходишь в воду, нет абсолютно никакого стресса от перепада температуры. И с точки зрения комфорта в воде можно находиться сколько угодно. Люди, которые хорошо плавают, могут по часу, а то и более не выходить из воды. Ноябрь – это явно один из самых безветренных месяцев в Шарме. Бывает, иногда поднимается небольшой ветерок, и море начинает штормить. Но, во-первых, этот ветерок теплый, вообще не напрягает, даже когда выходишь из воды. А во-вторых, если море с утра волнуется, то практически 100% можно утверждать, что после обеда будет тишь да гладь. Пару дней назад был день, когда погода очень испортилась, небо затянуло, мы даже думали, что пойдет дождь. Начался приличный шторм, даже запретили купаться. Но на следующий день все наладилось, как будто этого ничего и не было. Рассветает в Египте очень рано, в 6 утра. И если море в вашем отеле расположено с восточной стороны, то можно наблюдать умопомрачительные рассветы. Если нет, не расстраивайтесь, берите прогулку на квадроциклах на рассвете и полюбуйтесь шикарным рассветом в пустыне. А вот темнеет очень рано. В начале 6 уже начинает темнеть, а в половине 7 можно сказать, что кромешная ночь. Днем и вечером на пляже и возле него довольно много маленьких назойливых мух. А вечером и ночью к мухам добавляются еще и комары. Не могу утверждать про все отели, но в нашем, если не закрыть окно на ночь, то комары просто съедят. Мы отдыхаем в 5-звездочном отеле Dreams Beach Resort. Территориально он находится посередине между Наамабеем и старым городом. До старого города от нас 6 километров. На машине ехать минут 10, при желании можно даже дойти пешком идти минут 40. Бензин в Египте стоит 45 центов за литр, поэтому автобусы и такси в Шарм-эль-Шейхе очень дешевые. Нормальная стандартная цена на такси от нашего отеля до старого города 2 доллара. Если брать такси во дворе отеля или соглашаться на первую цену, которую называет таксист, это будет 4-5 долларов. Такси можно поймать днем с периодичностью в 1 минуту, а вечером с периодичностью в 15 секунд. Попробуем провести эксперимент и доехать до старого города за 1 доллар. Старый город. Okay. Доллар. One. One? Да. One? Нет, one. No one. One доллар. No one. No one. Нет, один. С первого раза не прошло, пробуем еще раз. Старый город. Сколько? Один. Видео. Нет, один. Старый город. Доллар. Да. Старый город. Один. Поехали. Итак, за 1 доллар нам поехать не удалось, но эксперимент не провалился. Он доказал, что цена в 2 доллара это вполне нормальная, стандартная, адекватная цена. Потому что абсолютно каждый водитель, когда слышал 1 доллар, сразу же говорил: давай за 2. Sour, sour. Спасибо. Спасибо.
Приехали мы в старый город, он же Old Market, он же старый рынок. В Шарм-эль-Шейхе есть три основные локации, где можно интересно провести время вечером за пределами своего отеля. Это Сохо, Наама-Бэй и старый город, где мы сейчас с вами и находимся. Когда мы отдыхали здесь 2 года назад, то вот этой улицы в старом городе еще не было. А сейчас я вам покажу, как здесь все красиво и интересно. И вообще повсюду идут активные реновации. Где что-то не так с освещением, с дорогами, все ремонтируют. Хотя дороги в Шарм-эль-Шейхе и так классные. Многие отели, которые несколько лет стояли закрытыми, обновляются и уже работают. Туристов на курорте довольно много, но ожидается, что уже буквально дней через 10 их будет еще в несколько раз больше. Никаких карантинных ограничений в Шарм-эль-Шейхе нет в принципе. Ни продавцы, ни водители, ни даже полиция не носят маски, никто не придерживается никакой социальной дистанции. Какие-то минимальные ограничения действуют только в отелях. Активная жизнь в старом городе, в Сохо и в Наама-Бэй, начинается в 7 часов вечера. Но старый город очень красивый днем, поэтому сюда можно приехать 4:30, пока еще не стемнело, но солнце уже заходит и не так жарко. В старом городе есть множество локаций для великолепных фото и селфи. А, как вам пейзажик, зачет? Да уже только ради такой фотки стоит приехать в Шарм-эль-Шейх. А как вам идея сквозь водопад посмотреть на невероятный закат и великолепную мечеть? Сейчас в Египте самый что ни на есть сезон манго, гранатов, фиников, гешты, хурмы и других фруктов. Можно попробовать, да? Конечно, зеленый лучше. Зеленый самый вкусный. Зеленый самый вкусный. Иди сюда, ребята. Иди сюда, пожалуйста. Попробуй. Девочка, иди. Девочка, не бойся. В мире существует более 200 видов манго. Я, конечно, большинство из них не пробовал. Говорят, что индийские манго очень вкусные. Но из тех, что я пробовал, египетские, это просто наслаждение вкусом. Цены на манго 1,5-2 доллара за килограмм. Желтые манго 3-4 доллара. Не знаю, почему они дороже, мне зеленые понравились больше. А вот клубники, на удивление, пока нет совсем. 2 года назад мы были здесь в конце ноября, в начале декабря. Клубники было много, и она была довольно дешевая. А что, манго? 2 доллара, 4 доллара. 2, а... Килограмм. А 4? Килограмм. А, это другой сорт? Yes. Красный. Зеленый. Он вкуснее? А зеленый? Так как фрукты сейчас стоят дешево, можно недорого выпить свежевыжатых фруктовых соков. Разнообразие их очень большое. Мы пробовали из гуавы, из сахарного тростника, микс арбуз, манго, гранат и просто манго. Больше всего понравился из гуавы и из манго. Прямо возле мечети стакан сока стоит 2 доллара. Немного подальше 1,5. А в супермаркете точно такой же свежевыжатый сок из манго 4 доллара за 2-литровую канистру. В Шарм-эль-Шейхе можно попробовать десятки различных экскурсий. Причем на данный момент функционирует абсолютно все. Разнообразие, честно сказать, поражает. Хочешь ужин в пустыне, хочешь цветные каньоны, квадроциклы, багги, сафари, катание на верблюдах. Заповедник Рас Мухаммед, прогулки на яхте, батискаф, погружение с аквалангом. И это я уже не говорю, что можно поехать в Люксор или в Каир посмотреть на пирамиды. Хотя, честно говоря, ехать туда из Шарм-эль-Шейха я не советую. В Люксор гораздо ближе из Хургады, из Шарма ехать абсолютно нелогично. А в Каир придется покупать визу за 25, а то и 30 долларов на человека. Когда отдыхаешь в Хургаде или в Марсаламе, ее и так покупаешь, поэтому более рационально в Каир ехать оттуда. Что касается рифов и рыбок,
Рыбки, конечно же, есть, но очень многое зависит от того, где располагается ваш отель. Если возле вашего отеля слабенький риф, мертвые кораллы, то и рыбок будет мало. Но и в данном случае есть замечательный выход. Едете в заповедник Рас Мухаммед и наслаждаетесь всем великолепием подводного мира. На данный момент цены на туры в Египет подупали. Они, конечно, не минимальные, как это иногда бывает, но вполне приемлемые. На ближайшие даты стоимость тура на двоих человек с вылетом из Киева в пятизвездочный отель стартует от $550. Но это в Хургаду. В Шарм-эль-Шейх в пятизвездочный отель минимальная цена начинается от $750. Проще говоря, никаких преград для шикарного отдыха не осталось. Шарм-эль-Шейх зовет и манит. Говорит всем туристам «Welcome, добро пожаловать!» Мы продолжаем релаксировать. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал «Мечта путешественника». У нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры. Нажимайте на конечную заставку, чтобы посмотреть следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений. До встречи на пляжах Египта.